Papa's birthday, right? Mm-hmm. Let's see. Let's get the fluffy out. Yeah. Short. Short, short, Oma. Oma. Hey, nice. Nice shirt. Nice shirt. Wow, another shirt. Wow. Blue. You like this? Yeah. Nice. Black. Dark blue. And now, black. 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 So Papa's a bad guy. No. Oh, this is the best one. Is So Papa smelling good? Mmm, smell. Can I smell? You like it there? Yes. Sweet. And what is this, like a pen to travel? This is, yeah, this is a travel size. Oh, so we're going to be using this a lot. What do you mean? Because we're going to travel. Thank you, my Vera. Питеру починили джетски. И сейчас мы с ним первый раз после ураганов поедем кататься. Дак, да, причал у нас все еще в ужасном состоянии. Вот тут все в птичьих какашках, потому что у нас воды нету, я не могу помыть. Вот, все это тут вот раздолбано, сломано. Человек, который должен прийти и все это чинить, не знаю, как-то все занят был, не может никак дойти. Ну, как бы там ни было, худо-бедно, мы все равно поедем покатаемся сейчас. А чего ждать, собственно говоря? Вот у нас 2 ноября. А, да, день рождения Питера сегодня. Там бабушка. Осталась с детками, детки смотрят телевизор. Вот, и... Пожалуйста, очень тепло, мы в купальнике. Я не знаю, купаться, конечно, мы не будем. Вода уже холодная, я думаю. Но вообще тепло. Тепло, тепло. О, Пира, they're taking the garbage. А, смотрите, какую картину я застала. Как забирают мусор. Вот, наконец, разгребают наш neighborhood. Как вообще интересно, да? Я никогда такого не видела, как убирают крупногабаритный мусор. Что там? Что он дальше выберет? Это вот как игрушка, знаете, такая для детей, где ты вот такой лапой достаешь игрушку, помните? Вот тут то же самое, только немножко в других размерах. Вообще прикол. Мы проезжаем мимо причала. Можете видеть, что там вот кусок отвалился. А вот здесь, видите, причал весь раздолбался. No stairs. Здесь вот тоже, видите, нету покрытия. Все покрытие унесло. То есть они не смогут добраться до своих лодок. Вот там тоже, видимо, у них тейверс, да, вот эта плитка, она. Вот тут тоже все раздроблено. Видите, нету поверхности на причалах. Вау. Да, им сильно досталось. Oh, I like this house. It's beautiful. Look at the stone on the front. The stairs were destroyed. You see it? Yeah, kind of. Well, it's hard to tell because the stone is like, I think it was like the first. And they lost their dock and their boat. They is this the biggest one? It's the biggest one. Это вот самый большой дом в округе. How much is this house? 10 million. Наверное, 10 миллионов где-то стоит дом. Может быть, больше. Вот тут все чинят. Видите, тоже нету поверхности на причале. То есть все либо сняли уже, либо снесло. А, ну, сами дома не сильно пострадали. Либо уже починили тоже. Все-таки месяц прошел. Месяц и неделя. Но по причалам видно, что сильно, да. Уже лодки убрали, по всей видимости, которые занесло не туда, куда надо было.
Вот, потому что было такое, что в бассейнах находили чужие лодки. Это тоже красивый дом. Вот видите, да. Чей-то причал вот сюда причалил. Принесло, да? Это вот не их, а чей-то соседский. Вот тоже совершенно весь парк причал. Посмотрите, аж все покосилось. Дома находятся на канале, у них узкая вода, поэтому им не так сильно досталось, как дома, которые на открытой воде. Но дома на открытой воде ценятся больше, да, открытый вид, вот. Но если говорить о ураганах, то все-таки, наверное, есть смысл жить вот на такой вот узкой воде. Вот, есть плюс в этом. Так, это вот у нас дом друзей американцев. Их каждый раз очень жестко бьет. Даже когда у нас ничего не было, у них затопил бассейн, плитку там снесло. А в этот раз, конечно, еще хуже. Этот дом такой более старенький, хотя очень большой, но видно по нему, что он старенький. Вот эту лодку подтолкнула к дому, да, к Sea-Wall. Вот это называется Sea-Wall, вот эта вот стена. Здесь как подтолкнула, и вот под ней прям это прокнулось. Yes. Oh, oh. Да, yes, of course, I see. Ну вот тут еще лодка затопленная, да, стоит. Но в целом многие лодки уже убрали. Вот, подобрали их оттуда, где они не должны были быть. Мне нравится вот эта лодка. Sailing boat. Красиво, еще зеленая какая-то. Вау, смотрите. Здесь стена вся прям обрушилась. Видите вот эту вот лодку с горкой? Называется Pontoon Boat. Я вот такую хотела. Она в 2-3 раза, в 2 или 3 раза дешевле, чем наша лодка. Я вот такую хотела. А Питер сказал, нет, такую никогда не куплю. А вы бы купили вместо нашей? Yes. Happy birthday, my Peter. Thank you, my love. Так. Меня Питер обещает подвести вот к этой лодке. Она здесь застряла. Вот с урагана Хелен, она никуда не двигается отсюда, потому что здесь очень мелко. И все это время вот она здесь стоит. Вот эта лодка. So it's so shallow? Yeah, it's stuck on the bottom. Очень-очень мелко. Why the waves not moving it anywhere? Because the motor probably stuck in the floor. Ну, говорит, наверное, мотор там застрял. Yeah. Oh, look, we shook the boat, the bird. Это чей-то причал сюда тоже отнесло, и он тоже застрял, по всей видимости. Он тоже не двигается. So, Peter, we could have a party in the middle of the water. Yeah, we can park right here and stand on it. And right? Look, it's like a bar, it's like a floating bar. We should totally do this, Peter. Смотрите, как это, как бар, да, такой стоит. Наши соседи вот. Oh, wow, look, they're gonna remodel the whole thing inside.
That dock is up there. Yeah, yeah. Okay, а вот это мы. Ну, вот мы подплываем поближе к нашим соседям. Мы на них смотрим каждый день. Так еще красиво стал. Вера, I think it's landed pretty beautiful. Considering the situation, it's aesthetical. Yeah. Ну давайте еще раз посмотрим с воды на наш домик и пойдем к деткам и в душ. Нас с Питером с головы до ног облило соленой водой. Вот. И идем домой мыться, отдыхать. Мне еще тоже нужно сделать. Вот такие у нас развлечения. А кто у нас там? А кто у нас там? Ой, господи, какая мордашка! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa. Happy birthday to you. I'm gonna blow the cake. You gonna blow the cake? Did you make a wish? I made a wish. Nice. What's nice. Your wish? You can't. He can't say. I can't tell you. Ну что, мы пришли в вот такой замечательный ресторан, просто красивейший. Посмотрите, как эту подсветку. Первый раз мы в этом ресторане, он недавно открылся относительно, и как-то вот мы так не могли дойти. Так что, happy birthday, my Peter. Thank you very much, Aveda. Мы уже тут коктейльчики заказали, я чуть не забыла сделать съемку. Вот. Where? Where is the toilet? Так. Мы встретились с девчоночками, красавицами. Какая у нас Эля? Красивая. Ну, не, все красивые. Впереди, девушку впереди посмотри. А, да, ее не видно, потому что ее блокируют. Ну, он, в принципе, тоже ничегошная девушка такая, да? В коротеньком.